Привет, зрители! Audi A6 Allroad сегодня с нами в рубрике «Разгон до сотни». Будем управлять универсалом мечты. Столь хорош, ну, как и все топовые Audi, премиален, быстр, хотя 249 сил здесь всего лишь специально для нашей страны. Audi поставляет такую версию. Есть еще 340 сил, ну, на этом все. Либо бензин, либо дизель, как у нас, V6 3.0, 249 коней. Казалось бы, мало, но удивительно быстра машина для такой мощности. Момент высок, что называется, поэтому пиковая мощность столь важна, сколько возможность этого дизеля. Плюс наверняка еще можно и подшаманить, да, напишите, кто знает, и что можно получить с этого мотора с точки зрения возможностей. Это Audi, это действительно круто. Можно сколько угодно легенды слагать, потому что управление невероятно. Невероятно хорошо, невероятно прекрасно себя ощущаешь за рулем. И сейчас мы с вами посмотрим, на что автомобиль способен с 249 конями. Но сперва, конечно, нужно пропустить трафик. Мост открыли, и вовсю тут автомобили ездят. О, не переживайте, никому помех не составлю. Ну а с нами Родгид по-прежнему бдит. Рубрика «Разгон до сотни», а значит Родгид Детект, который на экране все отображает и сообщает о всех камерах. Что с радарами, что без, ну и среднюю скорость вы, соответственно, можете получить и сохранить свой семейный бюджет, даже если любите педаль притопить. То, что нужно. По ссылке в описании, промокод ZDRIVE и приятные скидки специально для вас. Заказывайте на зоне, соответственно. Ну, а я готов. Все включено, что называется. Климат авто, режим пускай динамик, но D1. Старт! Вот единственное, что хотелось бы, да, это чтобы быстрее из положения холостых оборотов до максимума, до момента, быстрее проходил эта вот пауза, да, знаете, педаль в пол и пока докрутится до супертяги, да, вот проходит мгновение и думаешь, ну какой-то разгон большой, ты говоришь, вот она летит, ты говоришь, сейчас хвалить будешь, почему такой небольшой, почему наоборот, да, такой длинный разгон, хотя должен быть небольшим, 6,5 по паспорту, как так, почему? Причина проста. Если выбирать автомобиль ВАК-группы, то супертехнологию надо использовать. Ланч или лонч, да, вот если ее активировать, вот это будет, да. Вот это будет старт, друзья. Я даже вам сейчас покажу, чтобы вы могли себе представить, насколько это круто, насколько это невероятно здорово ехать, соответственно, в стартовать даже. Ехать-то вы и так можете, да, вот стартовать с ланча, это невероятно. Останавливаешься, жмешь две педали. И бросаешь. О, вот она! Никакой, да, это промедление, пока докрутится даже до оборотов. Просто швыряет тебя вперед. Думаешь, воу! Ощущение кайфа, счастье от ускорения. Оно здесь, оно сейчас. И слова сложно подобрать, потому что вот так. 249 сил, не должны так они ехать. Но едут. Ну и 21-е колеса, кстати, да. 21-е колеса, тут пневма, но и она не спасает. Не спасает от наших дорог, при этом штатные 18-е. Поэтому, ну, я не вижу смысла, если честно, на Allroad ставить подобные катки. Реально катки огромные, красивые, сочные. Но, черт возьми, это же изолента, считайте. Так что Allroad, конечно, правильный с этим мотором. Но на 18-х колесах, ну, на 19-х. Окей, кто любит покраше. И что называется, по полю можно будет пройти веселее и показать возможности. Конечно, на поле съедем. На поле мы съедем, но высоких скоростей, я думаю, не стоит ждать. Они доступны как раз с меньшим диаметром диска. Ну и двигаемся дальше. Что с рейс-лоджиком? Да, что с рейс-лоджиком в этом восхвалении? Давайте посмотрим. Быстрее паспорта, 6.4 вроде в 6.5. На удивление быстро. На удивление быстро, не врет. Паспорт, да, четко говорит. Audi A6 Allroad, даже с не самым мощным мотором, адаптированным под наши российские условия, быстрее многих, да. Да быстрее всех с этим мотором, да, потому что 249 сил, вы помните, по нашим замерам, обычно едут, ну, меньше, да.
Можете Genesis посмотреть, кроссовер там, да, ну 8 секунд. А здесь 6-5. То есть любой старт, да, вы в педаль в пол давите, ох, пошел, да, пошел. Вот это да, вот это драйв, вот это супер, а. А управляемость-то какова. Здесь пневма как раз для того, чтобы четко под дорожные условия подстраивать автомобиль. Вот реально. Не для вот этого комфорта, да, где ты едешь, так там кончает на перинах. Нет, для того, чтобы идеально чувствовать себя в автомобиле и быть с ним единым целым. Ну, точнее, самовозка. Вот реально, Audi — это самовоз. Идеальный, классный, пускай дорогой, но столь прекрасный. А? Мне очень нравится этот автомобиль. Я прям наслаждаюсь. Хотя на много на чем, да, езжу, что называется. Но, ох, прям аж счастье. Счастье переполняет от езды на Audi A6 Allroad. Ну и на этом с вами прощаюсь, друзья. Будем изучать, будем наслаждаться возможностями. А6 Allroad. Пока.